Ancient Drop – самый лучший сайт с прямодемами, дешевле, чем в официальном магазине. Все выводы делаются через официального партнера Деншина Кудашуб. Каждый день проходят халявные раздачи на прямодемы и луны. Ссылка в закрепленном комментарии. Hiveverse внезапно анонсировал этих персонажей в ряду маркетинга с Twitter. Оказывается, это были всего лишь первоапрельские посты. Здесь мы можем увидеть много кошачьих персонажей, основанных на персонажах из Genshin Impact. Ты можешь попробовать догадаться, что это за персонажи, и написать в комментарии, а если они будут правильные, я тебя пролайкаю. А чтобы первым узнавать такие новости и выигрывать луну в розыгрышах, подписывайся на мой телеграм-канал. По аналогии с прошлогодними первоапрельскими праздниками, Hiveverse также опубликовали демо-версию персонажа. Если ты можешь видеть, здесь на последнем изображении был странник. Может быть, это была пасхалка к тому, что странника могут заранить в следующем патче. Но если ты вдруг не видел, кто у нас может появиться в 3.7, бегом смотреть мое предыдущее видео. Подписывайся на канал. Всем пока!